На видеосвязи Вера Ивановна, пенсионерке 67, но с технологиями она на «ты». Консультацию от врачей Центра медицинской профилактики легко получает дистанционно. Продолжаете лечение, принимаете таблеточки, пейте. Когда все это откроется, приходите к нам, сахар проверим, холестерин проверим. Из-за сложной ситуации с ковидом центры здоровья РЦМП помогают всем городским поликлиникам. Консультации дает терапевт, педиатр, пульмонолог и диетолог. Врачи всегда на связи. Консультирование мы проводим по телефонной связи и по видеосвязи. На сегодняшний день у нас средне выходит где-то 13-15 консультаций с учетом соматики какой, да, то, чем болеет. Обычно у нас идут пациенты с гипертонической болезнью, сахарным диабетом смотрим, люди с хроническими заболеваниями легких. В соседнем кабинете прием онлайн ведет педиатр. Позвонить в центр здоровья может любой житель Улан-Удэ. Жалобы какие-нибудь есть? Жалоб нет. Угу. Хронические какие-нибудь заболевания есть? Нет, у нас хронические. Угу. В центре здоровья прием ведет и психолог. К нему можно обратиться, если нужна моральная поддержка. Особенно вызывают тревогу новости о коронавирусе у людей старшего возраста. Но на свое психологическое состояние вполне можно повлиять, самостоятельно следуя простым правилам. Нужно обязательно соблюдать режим дня, соблюдать режим питания, правильно питаться, двигательная активность. Не забывайте, что обязательно нужно соблюдать все меры предосторожности. Это маски, это дистанция социальная правильная. Попасть к пульмонологу и так непросто, а здесь один звонок, и специалист даст максимальные рекомендации. Если вы не можете дозвониться до своих поликлиник, вы можете набрать врачей центров здоровья по телефонам 45 28 51 и 45 20 04 каждый день. Мария Латышева, Вячеслав Батоев. Новости дня.